Дисклеймер. Привет, я третий. Я продолжаю уже вроде как четвертая часть симулятора заправщика. Я тут уже полностью прекра... Ты видел? Этот мудак просто прошу. Иди сюда. Иди сюда. Мудак. Берет он мусор кидать. Ты видел? Прям перед лицом взял и кинул. Так обустроился я уже неплохо, уже прибыль идет огромная, если я не косячу. А я не косячу, потому что я умничка, я молодец, я просто красавчик. Так, чего там, никто не приехал, нет. Все больше эти кидают мусора, постоянно мусорят, мне приходится все убирать. Но зато этот пацанчик уже не забегал очень долго, мне ничего не мазал. Я очень давно уже ничего не красил это. Он мне не рисовал никакие письки, ничего не писал. И так что у меня теперь полностью все красиво, все чисто, все хорошо. Надо теперь этот гараж покрасить, пока есть время. Так, покрасить. В какой гараж я хочу? Гараж я покрашу в синенький цвет. Кстати, была у меня недавно ситуация в универе, когда до меня доебался один учитель, не буду говорить какой, потому что я не сдам потом экзамен, что, мол, зарубилось со мной, что синий, я, мол, цвет не могу отличить синий и голубой, когда, ну, чувака реально просто голубой цвет, она говорит, это не голубой, это морской волны. Или как-то так. Какой морской волны? А, синий, она говорит. Нет, не морской волны, а синий. Когда, ну, прям голубой. Прям как небо. Ну, прям реально голубой. Прям не пацан в смысле, а рубашку у него. Ну, прям реально голубого цвета. Она говорит, нет, это синий. Ты чё, во-первых, ты чё споришь? Во-вторых, это синий. Ну, а я-то не вижу. Я-то вижу, что это не синий. Но даже не близко. Он даже больше... Фу. Я в шоке, я просто возмущаюсь. Так, давай, убирайся. Так, ты чего издеваешься? Так, по-быстрому. Все. А, у меня с этой стороны еще не покрашен основной дом. Чего там, чувак? Ух ты, накачай. Опять ты без футболки. Вот любят вот такие вот накачаются и выходят с голым пузом. Нормально вообще. А если у кого-то нет такого накачанных сисек? Че, им ходить? Хотя даже такие, знаешь, вот без футболок ходят, либо вообще накачанные, либо полностью толстые. Мерятся, ходят сиськами. Так. Двое чисть. Как вас много, слушайте, понабежало. Так. А, я понял, наверное, тут зависит от времени суток. Днем людей больше, а вечером меньше. О, мне что-то открылось, можно что-то заказать. Слушай, шестой день только, а я уже так хорошо справляюсь. Чего тут? Больше информации, повыше. У вас нет денег. А тут денег, что ли? Нужны деньги, чтобы прокачивать это? Нифига себе, а ты помнишь, чтобы такое говорили? А, вот почему у меня постоянно денег не хватает. Я же прокачиваюсь постоянно. И даже не знал, что тут... Ой, чуть не пробил ему вино два раза. Да вы... Откуда у вас столько-то взялось, а? Я увеличил, конечно, парковку, но я не ждал, что у вас прям настолько одновременно станет больше. Так, ну хотя бы очереди нет, хорошо. А вы что, прикалываетесь? Найс, хорошо, иди, лысый хипстер. Дедушка хипстер. Старый, лысый и надел модную рубашечку. Но зато правильно, да, если нравится, то пусть, естественно, то пусть, конечно, носит. Почему нет? О, все. А что изменилось? Кроме того, что я стал еще шикарней. О, вау! А я не могу подвинуть, потому что если сейчас подвину, эти все продукты исчезнут. Вот эти алкашка. Фу, ну это нечестно. Вот, кстати, почему здесь в игре такой косяк? Если я двигаю полку, на ней есть продукты, то эти продукты исчезают. Это так-то нечестно вообще. Я потратил довольно-таки много денег, чтобы эти продукты у меня были. В итоге они исчезают. Так, сразу давай в мусор. Хоба. И там по-любому может кто-то при... Ух ты. Кстати, покраска голубого цвета довольно-таки очень красивая. Мне же доступны теперь по-любому новые цвета. Ну. Так, покрасить двери и заменить колесо. Я помню. Покраска как раз очень много стоит. Это прям хорошо. Мне надо, потому что у меня всего $10. Я очень много потратился, чтобы прокачать свою эту станцию. Фу, я думал, у меня закончились колеса. Так, надо будет сейчас
Подожди, назад. А чего? А, вот заднее колесо. Сейчас надо будет понакопить денег и опять позакупаться товарами. Сейчас мне надо, кстати, еще склад увеличить как-то. Я не знаю, там типа отдельные полки мне надо покупать или чего. Да, надо сейчас посмотреть, потому что... О, кстати, дороже стало, видел? Тогда покраска и одно колесо 180 стоило долларов, а теперь 190. Отлично, я еще и цены поднял. Так что, типа... У меня же... Правильно, у меня же теперь более элитная заправочка. Я еще и уровень прокачал в самом начале видео. Кстати, да, видишь, это улучшается. Оно не растет, оно просто более элитное становится, более красивенькое. Тогда она просто деревянная лежала на полу, а сейчас она железная, стоит на каменной платформе. Ой. Я слышу, пацан тут прибежал. Стоять, 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 стоять. Чем мне в него кинуть? Чем мне кинуть? Чем? Куда ты рисуешь там? Да подожди, где ты? Где ты рисуешь? Я слышу, он где-то рисует. Где-то рисует, я слышу этого пацана. Где? Вот он уже нарисовал. Ах ты, гандон, где ты? Подожди, он что еще? Он может на этом мастерской, что ли, теперь рисовать? Подожди, я не слышу. Где он? Нет, подожди, а где он? Я не понял. Но он мне на... Вот откуда звук? Я слышу, он где-то рисует, но я его не вижу. Вот откуда он? Ах ты мудак, а мне теперь все равно красить. Ну, это все равно хорошо. Это новая часть, которая добавилась. Хотя бы она не была покрашена, я не тратил на нее время. Вау, тут теперь еще круче туалет. Тут еще и душ есть. Или это... Это туалет такой? Смотри, тут просто в трубу садись, и тут тоже напротив, кто быстрее, кто сильнее даст толчок. Это что за прикол? Подожди, кстати, я не вижу выгоды, зачем мне туалеты покупать. Ну, типа, они ходят в туалет, но это же не платно, это бесплатно. Чё это, для чего это мне? Поставить все эти? Все, так, заполнил полочки. Кстати, уже еда начинает кончаться, они неплохо начинают все скупать. Так, а теперь напиточки, давай-ка поставлю это и это, и теперь до конца этими. А, ну тут, в принципе, да, совсем чуть-чуть. Вот мне надо с этим что-то сделать. Так, пока никого... Они громко вы там гадите, месье. Да, кстати, вообще тупо открывать туалет за такой тонкой стенкой, прямо где еда стоит. Так, сейчас я надо докрасить, потом надо подождать, пока алкоголь полностью закончится, чтобы я мог нормально переставить эту полку, потому что я ее переставляю, а потом алкашка, она просто падает или просто исчезает. Я даже не могу ее поставить обратно потом. Или могу. Но я проверять не хочу сейчас, когда останется одна бутылка, чтобы не так много потратил. Это сколько? $1 всего потеряю. Но зато проверю. Сейчас, когда... Да, сейчас, когда одна бутылочка останется, надо не забыть. А куда ляпнуло это все? Так, ну пока подмету. Что там есть? Есть, бегу. Давай, вот так, все. Да, надо не забыть проверить. Оно вообще исчезает, оно исчезает прямо на склад, и я могу потом обратно поставить. Или оно исчезает прямо навсегда, и я больше не могу назад поставить, потому что это будет очень плохо. Давайте, я видел, там мне уже дяденька полиции. Для автомобиля надо запчасти заказать. Так, давай, что там, колесо одно переднее, и все. Да, вижу. Ладно, это я сделаю быстренько, давай. Давай, жик-жик-жик. Кстати, надо посчитать, вдруг это вообще невыгодно. Я в минус выхожу по оплате колес, потому что сколько одно колесо... Нет, вроде дешевле. Там одно колесо я покупаю вроде за $50, а чиню за 80. Да, вроде это выгодно. Так, подожди, подожди, я вижу кассу. Там кто-то пришел, полицейский. Ого, вас уже целая очередь. Давай. Сканер 21 комбо, это что вообще? Сколько очков, типа, или чего? Или сколько продуктов подряд было? А, это сколько комбо всего сделал? Сколько раз я продал все, не накосячив ни разу? Всего 22 раза? Серьезно? Я 22 раза только не косячил. А у меня сколько клиентов? Уже 700 было. Да давай почистить немного. Бутылка. Бутылка. Так. Все. Попутного ветра вам, сраку. Так, так, теперь полицейский. Давай, давай, давай. Алкоголь, алкоголь, алкоголь и алкоголь. Ни хрена себе, кто-то майора получил или чего? А, ты в очках, ты уже отмечал, да?
Так, а вам, девушка, что? Надеюсь, не алкоголь? Нет, чипсики. Две баночки чипсиков. А, и кола. Хорошо, я так понимаю, у кого-то вечеринка. Никаких больше вечеринок. Так, давай повытирать пол. Вытер. Ого, да вы мне тут позасирали. Вот туалет реально намного меньше пачкается, чем это все. Кстати. Так, нет. Давай рука закинуть вот сюда. Так, а мне пока... Ага, приехал, я вижу сейчас. Так, мне надо... Пока я не забыл, надо закупить бензина. Потом давай... Так, подожди, оборудование какое прочее. Еще одну парковку? Не, подожди. Пока не надо мне парковку. Давай-ка лучше доставка. Доставка топлива на 100 баксов. Да, а то у меня уже заканчивается. После чего мне так мусор выкинуть. Так, что мне еще надо? Надо, чтобы алкоголь раскупили. Я полку мог поставить нормально. Так, после чего? Что еще? Что еще? И что еще? Давай, пока никого нету, по-быстрому покрашу. Давай, цвет бежевый здесь. Так, давай. А, надо еще унитазы купить зачем-то. Я не знаю, какой они мне бизнесу приносят выгоду, но куплю на всякий случай. Потому что, мало ли, они чаще тогда покупали бы. Опа, я вижу, кто-то на починку приехал. Но также кто-то еще пришел что-то там купить. Подожди. Давай, быстрее. Надо починить, потом по-быстрому бежать и обслуживать чувака. А, точно, мне же для автомобиля еще запчасти надо купить. Я постоянно забываю. Так, давай, чего вам? Нифига, два колеса и покраска. Вот было бы прекрасно, если бы сразу две покраски было. Две покраски, четыре колеса и два зеркала. Прикинь, сколько это бы за один раз денег принесло. Это ж офигеть. Но это надо прям вообще не косячно ездить. Поэтому я и не покупаю себе автомобиль. Потому что если я буду на нем ездить, мне вот это вот постоянно, каждый день придется чинить. Хотя нет, наверное, если бы я ездил, чинить бы вообще не пришлось. Один раз на 180 в столб. И ничего больше никогда в жизни мне не пришлось бы чинить в автомобиле. Так, какое? Это разбитое. Все, да? Давай, тык-тык. Так, все. Хорошего пути вам. Врезайтесь. И еще, я всегда готов чинить вам. Да давай, мусор. Так, подожди. Ого, вас уже... Вот, я же сказал, с голым торсом ходят либо качки, либо толстые. Третьего не дано. Да, 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 да. Смотри, либо с пузом какие-то старики, либо качки. Так, давай, вишневая кола. Кстати, песня тоже такая есть, хорошая. Я слушал, мне она даже добавлена в мои музыки, аудиозаписи. Так, давай. Почему она все грязнее и грязнее становится? Все. Найс, я знаю, что найс. Ого, сколько вас забежало. Сейчас надо срочно прокачивать, чтобы получить себе помощницу, работницу точнее. Потому что помощник помогает бесплатно, а работница работает на тебя. Ты ей платишь зарплату, а она помогает тебе хорошенько все делать. Давай, 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 да, иди. Надо покрутить вентиль, потому что этот олень почему-то не... Да не сигналь, ты подожди. Эти сейчас заколебут сигналить. Здравствуйте, мистер Голый Пузо. Давай. Давай. Так. Ага. И вам хорошего дня. Это кто? Этот этого похож на Боярского. Только этот без шляпы. Так. Так, подожди. Слышь, ты чё воняешь? Я только что мусор выкинул, и сейчас я его уберу. Выпендривается он. Ты смотри. Сейчас, подожди, иду. Да чё вы сигналите? Он уже уехал. Давай, давай, все, я специально для тебя даже протер. Давай, раз, фанта и два фанта. Это вы к тому чуваку, да? Один алкашку всю скупил, а вы, чтобы разбавить чем-то, взяли несколько газировок. Так, повытирал, повытирал. Так, все, надо, чтобы раскупили все-таки алкоголь, а то еще многовато осталось. Так, я вижу. Подождите, сначала мне надо доставку автомобильной запчасти, шины. Купить много штук, потом... Этих много штук и пару зеркал. Мне их не особо-то много надо. Не хватает. Но тогда я начну зеркал убирать, потому что зеркала мне не так много нужны. Все. Сколько у меня денег? $42. Офигеть, у меня не хватает денег. Давай-ка. Вот так, отлично. $33. Там есть кто? Заехал? Нет, там никого нет. Ладно. О, заодно выкину мусор. Так. Ого, сколько тут валяется шин-то. Я что, ни разу так не попал еще? Давайте. Так я ни разу не попал, прикинь.
столько раз. Так, вы давайте пока выходите. Да сколько у меня тут шин валяется? Чего вам конкретно надо? Давай, хоп, хоп, хоп. Чего-то вам сменить надо. Колесо и два зеркала. Отлично, это как раз недолго. Давай, не особо-то прибыльно, но зато недолго. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Сменить колесо и поставить другое. Пока мне, в принципе, эта игра очень ужасно сильно понравилась. Я прям не могу. Давай, зеркала. Так, взять одно зеркало, поставить. Раз, два, повысь. Убивал, все, поставил. Так, сейчас, погоди. Какие у вас стрёмные рожи, я не могу. Может мне поставить ограничение, типа с стрёмным хлебалом не входить? Но тогда, в принципе, я не войду. Так что нет, не буду ставить. Да и, в принципе, клиенты есть клиенты. Деньги, как говорится, не пахнут. Клиенты некрасивыми не бывают. Блин, если... Нет, надо все-таки прокачать еще сильнее. Мне интересно, что конкретно надо прокачивать тут, чтобы у меня открылись работницы. Потому что я и так вкачался уже довольно-таки сильно. А работника я все еще не могу назначить. Мне интересно, а вдруг работник это только если играешь по сети, там какого-то друга позвать, и он типа будет как работник. Тогда можно. Так, подожди, там что-то было. Это, походу, мне привезли доставку автомобильную. Так. Так. Сколько? Вот у меня было недавно сколько? 4 доллара вроде, а уже 394. О, мусор, мусор, мусор. Подождите. Все, сменил. Сейчас давайте, чего там у вас? Всего 3 товара. Отлично, это быстренько. Раз, два, три. Все, давай, да. И вам все, в смысле. Так, я не понял, берись. Так, давай. Сейчас надо побыстрее. Да, надо сейчас побыстрее открыть работника, нанять его, чтобы он все делал, а я пока этого буду мусор убирать везде, потому что его слишком много уже. Прям перебор. Так, слышь, хрена ли ты сигналишь, если я уже все тебе открыл и отошел? Все, давай. Вот сюда. Да давай, открывайся. Все, давай, быстренько ставь себя на склад. Мне вот надо склад прокачивать, наверное, чтобы у меня больше полок было. Не отдельно их покупать, а... Press F to play. Чего? Тут играть на гитаре можно. Прикольно. Но я потом поиграю, сейчас мне не надо. А то работа идет, а я буду сидеть играть на гитаре. Я ж не Матроскин, чтобы сидеть играть. Давай. Там кто-то заехал пока? Нет, никто не заехал. Мне надо что-то с электрикой делать. Мне не нравится, что она постоянно блекнет. Она у меня вот так может в итоге короткое замыкание случиться, и мне придется. И у меня, короче, может сгореть вот этот вот мой магазинчик. А мне не надо. Я тут уже нифигово так-то уже как его настроил все, прибрался, не знаю, устроился неплохо. Вот, да, я неплохо уже устроился. Ой, сейчас бензина ничего так. Во, 54 доллара за один раз, вообще прекрасно. Давай, короче, лучше сразу я буду этот мусор убирать, потому что потом они будут ходить жаловаться. Ой, воняет у вас, хотя сами накидали мусора, я за вами не успеваю. Товаров нету, еды надо заказать. Так, куда ты? Надо еды заказать, а то не хватает уже. Подожди. Так. Ну так даже проще. Я их сюда покидал на расстояние, а тут даже достает ближе. Надо быстро заказать этого. Давай. И доставка, вывоз мусора. Все бесплатно. Так, а чего у меня тут за оборудование хочет? Парковку новую? Нет, тут мигает. Места для парковки. Туалет. Нет, еще что-то открылось. Давай дальше. О! Топливная колонка. 250 долларов всего. Вообще прекрасно, слушай. А, это... Нет, это вторая колонка. Это я думал, просто бензина больше откроется. А это что? Автобусная остановка. Это вообще шикарная штука. Теперь мне могут приезжать и вот так вот покупать еще больше. Ай-яй-яй, но мне теперь точно нужен работник, продавщица какая-нибудь. Потому что сейчас я не буду успевать просто справляться. Блин, работника нельзя. Как мне работника-то? Может мне взять у этого чувака кредит и этого прокачать просто все сразу на максимум? И потом уже выплачивать ему по чуть-чуть. Хотя нет, он довольно-таки мудак, и он не дает вообще время вернуть долг. Так, давай. Хоп. А сколько там, кстати, стоит прокачать все это? Нет, давай, возьми. Так, у меня задание есть. Обслужи всех клиентов автобуса и дождитесь до отъезда. Клиент...
Автобусные прям клиенты будут приезжать прям толпой. Нифига себе. Ого, это, кстати, даже намного выгоднее. А у меня полки полупустые. Надо заказать, подождите. Еда, доставка, так, вывоз мусора, товары, закуски, давай-ка. Это и это. У меня хватит вообще, чтобы доставку? Нет. Давай тогда без этого. Давай без синего, оно очень... А, нет, не то. А, это попкорн. Блин, у меня так мало, что ли, места для еды? Офигеть. Я так не смогу себе полки полностью заполнить все. А что за музыка началась? Кстати, я не замечал, чтобы тут была музыка. Она, походу, только что началась почему-то. Может, автобусные клиенты приехали? Хотя вряд ли. А где, кстати, остановка, собственно? А, вон они. Нет, это поставь. А, это... Чего? А что, блин, полетели? Это что за наркодиско? Это как это? Что? Нифига себе. Это мне всех надо успеть обслужить. Блин, автобусная, кстати, остановка очень выгодная. Они сейчас мне очень сколько много поскупают. Наверное, все. А у меня тогда товара не останется. Но я заказал, в принципе, еду. Но у меня на воду может не остаться. О, они же алкоголь покупают много. Отлично. А, они не так уж и много покупают. Но, в принципе, их... Отстань. У них, в принципе, очень много человек. И... Слышь, а, мусор. Подожди, все. Рука? Нет. Давай. Быстренько, быстренько, быстренько. Блин, я не успеваю за ними мусор убирать. Они слишком быстрые ходят. Так куда вас столько много? Да, мне очень бы понадобилась сейчас работница. Очень как понравилось. Надо будет как-нибудь... Да, надо сейчас посильнее прокачать. Может, тогда работница откроется. Да вы что, издеваетесь? Надеюсь, они у меня скупят весь товар. Очень надеюсь. У меня сколько уже? $171, $188, отлично. Как вас много. Это что, гей-парад какой-то? Почему вы все в радужных каких-то блестящих костюмах? И вместо лиц у вас какие-то инопричленцы. Ладно, плевать. Не надо, вы мне сколько срача устроили. Вы что, серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой, я не успеваю. Блин, надо... Сейчас надо накопить, я сейчас больше никаких доставок пока делать не буду, пока не найму себе работник. А нет, нанять я не могу, мне надо прокачать, но я не успею, у меня доставка там приехала. Чуваки, давайте быстрее ходите. Тебе обязательно прям танцевать перед кассой? Ты лучше по-быстрому оплати и иди дальше. Все, давай. Какие-то гуманоиды. А вы говорите, инопланетяна нет, мирового заговора нет. Вот тут пират, черная женщина и... Инопланетянин. Все в одной очереди. Говорите его. Так, все. Зато прикинь, какое разнообразие в этой жизни. Хочешь, трахаешь пирата, хочешь черного, хочешь инопланетяне. Ой, как это вообще прекрасная, интересная жизнь. Так, еще бы единороги были и сова не крутила головой туда-сюда. Вообще было бы классно. Подожди, в смысле, подожди, заказ клиента быстрее давай. Я знаю. Подожди. Выполнено задание. Это всех автобусы, что ли? Отвечай на звонки дяди. Ага, перебьется, я не успеваю. Сейчас мне надо быстренько этих двоих обслужить. Потом мне надо добежать до склада. И потом я заберу... заберу вот это вот самое... Ох, ёб. Какой срач вы мне устроили. Я же сказал, эти инопланетяне не с нашего мира. Вон, у кого-то с задницы бутылка, а у кого-то банан выпало. Ой, ну вот же мусорка есть. Что, ты не можешь в мусорку, что ли, выкинуть? Ты чего? Так, кстати, полка, давай-ка. Взять и левая кнопка мыши, чтобы поставить аккуратненько. Давай. Вот, все. Нету товара. Так, подожди. Ох, ёб. Давай-ка, давай по-быстрому. А у меня в гараже там, может, кто-то еще успел прийти. Да, давай, давай. Все, отлично. Давай, мусор сразу, бегу, выкидывай, давай, давай, давай. Иду, 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 чувак. Ай-яй-яй, потом выкину. Фу, да, одному это очень сложно будет делать. Поэтому надо было перед тем, как открывать бизнес, совсем чуть-чуть поднакопить, чтобы смочь этого.
нанять сразу людей, потому что одному такой вот бегать это вообще не вариант. И это в игре, конечно, ты можешь бегать, а так у тебя в жизни реально могут просто взять и украсть товары. И все. И что бы ты сделал? А ничего бы ты не сделал, а нефиг оставлять на один товар. Просто вот так открытый. Так все выкидывать, все чистить. Это чего? Что я только что выкинул и откуда? Короче, плевать, давай, 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 выезжай. Все, выезжал. Выехал, отлично. Он же выехал. Плевать, если не выехал, его проблемы. Так, у меня кто-то там приехал? Нет, не приехал, мне повезло, кстати. Я пока успеваю, все прекрасно. Так, давай, закинул. Здесь никого нет, отлично, я пока могу поубираться. Да щетка, давай, доставайся. Там мне плевать, не шипи на меня вообще, я сейчас тебя выгоню отсюда. Так, давай, 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 поубирался там. Да давай, иди ты мимо мусорки быстрее, так, давай. Так, давай, быстрее, быстрее. Надо бензина опять заказать, а то у меня не хватает. Сейчас закончится реально. Так, давай, заправить. Надо как-то нанять работника сейчас. Сколько у меня денег? 470 всего лишь, это очень мало. Я думаю, мне не хватит, чтобы прокачать там. Так, раз, два. Сколько стоит прокачка там? Так, кстати, доставка пока, доставка топлива заказать. Все, а... Блин, у меня, раз я сделал за доставку топлива, то у меня деньги-то уменьшили на целую сотку аж. Да давай, доставайся, мусорный мешок. Все, собрал, отлично. Рука, забрать, выкинуть. Все, там кто? Что-нибудь, кто-нибудь приехал? Нет. Надо на звонок дяди ответить, подождет. Этот мудак на меня напал, а я должен на него, на его звонок сразу отвечать. Ага, перебьется. Давай, доставай щетку. Не успеваю, ладно, плевать. Мне надо все-таки сейчас направить хотя бы мышку на работника. Может, тогда напишут, как его открыть. Что конкретно надо вкачивать. Так, ну, работник, он вообще никак... Склад улучшить. Так, колонку. Сколько надо? $1000. Тысяча, то есть тысяча. Это не так много. Это я еще смогу накопить. Прям сейчас даже. Да я не в тебя хотел. Че ты придуриваешься? Алкоголя у меня нет. Надо заказать еще и алкоголь. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Так, выкину ее. Там сразу посмотрю, приехал ли кто-нибудь. Потому что да, приехал. А то долго уже не приезжали. Кстати, этого пацаненка опять долго не было. Он опять прибежит незаметно. Я вообще не понимаю, как я его должен выслеживать, когда он бегает так тихо. Так, подожди, а мне автомобильное привозили? Сколько сразу доставок мне надо сделать? Потому что у меня не хватает уже денег. Просто ни на чего не хватает. Давай. Так, все поставил. Так, мне надо зеркало поставить. Зеркало у меня на полу еще валяется. Несколько штук, давай. Ох, ты прям разбила каждый кусочек. Все, вставляйся новый. Все. Да. И вам всего хорошего. Удачно. Ездите, больше не врезайтесь зеркалом. Так как ты не попадаешь-то ни разу? Да. Ты же тут крутить не умеешь. Все, да не жужжите. Сейчас он... Так, опять клиенты пришли. Сколько? Один. Отлично, его я быстро. Всего один товар. Пик. Надо кассы самообслуживания бы поставить. Но только обязательно с камеры, чтобы если кто-то не воспользуется ею и украдет. Ага. Тади. Чтобы если кто-то что-то сопрет, потом менты приехали, его и наказали. Аккуратненько дубинкой по жопе. Так. Так. Вот я туалет почти не убираю, потому что там постоянно все чисто. А вот здесь я должен подметать постоянно. Я понимаю, конечно, оборот людей больше, но не настолько же. Там они тоже ходят, гадят постоянно. Так, вода, вода, вода. Давай, беленькая. А, ого, у меня белого так прям много. Они еще и берут с разных мест, это прикольно. Так, у меня не хватает доставка еды. Давай, доставка, товары, еда. Закуски, давай, вот таких, вот такого, давай, печенек. Все. Пока достаточно. В смысле, не хватает места на складе. Надо склад сейчас прокачать. Кстати, он стоит прокачать. Прям настолько, что ли, мало? Ой-ё. Давай. Надо сейчас срочно прокачать склад, потому что слишком маленький он у меня. Сколько он стоит? Вот, прокачка склада. А, всего $200, серьезно. А следующая цена 400. Ого. Вообще мощно. Кстати, когда я вообще последний раз был на втором этаже, чтобы ложился поспать, я его тут вообще не был. Так, давай. Так, закупился. Мне кажется, лучше бы эту игру сделать стримом, потому что тут очень длинная игра. Но стрим я сделать не могу, потому что у меня всего пару человек,
кто активен и вообще один, кто пишет. Да еще и по времени, скорее всего, не сможете посмотреть одновременно. А так получается, вот просто время зря пойдет, и а потом пересматривать никто 8-часовой стрим не будет, потому что кому это нафиг надо? Давай выкидывайся. Не туда зашел. Давай, давай, бегу, бегу, бегу. Так, надо сейчас пойти принять звонок от дяди. Может, теперь, может, после его звонка мне помощница откроется сейчас. Потому что если он сейчас что-то плохое скажет, то пошел он нафиг, слышишь, я сколько бегаю и работаю. Так, давай, чего тем тебе надо? Как прошел чек в список племя, надеюсь, я не затоптали под всеми клиентами, выходящими из автобуса. Я слышал, как рабочие говорили, что между пассажирами автобуса и Армагеддоном разница невелика. Итак, если ты чувствуешь себя перегруженной работой, как насчет того, чтобы вложить деньги в помощь? Поверьте мне, это совершенно другой опыт, быть главным. Попробуйте, смотрите, каково это быть боссом собственного заведения. О, походу я могу теперь нанять человека. Это было бы прям прекрасно, это было бы прям отлично. Это что, мне доставка еды, что ли? Да, отлично. Так, сейчас посмотрю, могу ли я нанять работника, потому что он что-то сказал быть бы. Да, отлично. Трейлер? А зачем мне трейлер? Вас не доста. А, наверное, чтобы где-то жил этот работник. Хорошо. В принципе, недостаточно денег. Я успею сейчас побегать и накопить денег. Это очень быстро я теперь делаю. У меня рейтинг одобрения, оказывается, есть. Вон слева. А, ну ты ж не видишь. Короче, слева за мной. Тут есть количество долларов, есть какой у меня уровень, какой рейтинг одобрения и чистота пола. Так вот, чистота рейтинг у меня, уровень у меня четвертый, а рейтинг одобрения 72%. В принципе, неплохо. А долларов у меня 195 пока. Это не очень много, но хотя бы сколько-то. Так, давай. О, попал. Давай, закидывай быстрее, быстрее. Давай, едь. Так, отлично. У меня уже более-менее чистый склад стал. Кстати, а там полок больше стало? Чуть не обратил. Да, стало полок больше. Отлично. Я теперь могу сразу много заказывать. Так, у меня кто-то да, приехал там. А есть кто-то у кассы? Вроде пока нет. Либо слишком далеко стою. У меня пока не отмечается значок кассы. Когда, кстати, касса, она светится, значит, там кто-то пришел. Я могу это посмотреть. Так. Нет, я не то нажал. Просто зеркало поменять. Жмот. Мне зеркало надо заказывать. У меня, походу, больше нет зеркал. Давай, вставляй. Все. Но это, в принципе, не так много. Это недорого и быстро. Нет товара. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот здесь у меня есть шприцы? Есть. Ох. Нет, не сильно много. Надо побольше заказать. Так, зеркал мне сначала надо по заказу. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай. Так, давай. Хоба. Отлично, давай, давай. А пока ты стоишь, тупишь, доставка, автомобильные запчасти, автозеркала, давай, я добавить вот так, три штуки. Давай, пока нормально будет. Три штуки, это, наверное, три пачки, потому что вряд ли он поштучно зеркала заказывает, это абсолютно тупо. Блин, мне уже приехали тут. А там за ним есть? Да, там за ним еще кто-то есть. Ага, и вам хорошего дня. Давай. Давай, 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 давай. У бензина у меня очень много заправляет. Это прям хорошо. Это прям огромные суммы дает. У меня уже 254, я могу купить трейлер. Но мне пока он не нужен. Точнее, нужен, но я лучше пока. Нет, лучше я все-таки закуплю трейлер и найму работника. Потому что это мне нужнее. Работник, давай, трейлер. Давай, переключайся, купить. Все, отлично. Теперь у меня есть один работник, который мне будет помогать во всем. Точнее, у меня трейлер есть, а работника мне надо нанять. Вот. Найм. Подожди, а это чего значит? Ладно, потом разберусь, у меня тут люди. Это чего вообще значит? Ладно, а сколько я им, кстати, платить должен за работу? Потому что у меня очень мало денег пока. У меня всего 20 долларов. Ну ничего, сейчас побольше людей придут. Я успею их обслужить, и у меня уже будет довольно-таки много. Надо что-то за змеей делать. Так, мусор же есть. Так, давай, спички. Выкидываем бутылку в мусорку, опять же, банан тоже в мусорку. И сразу же убрать ее, потому что они будут ходить, фукать. Ой, как у вас тут грязно, фу. Не убираетесь, хоба. Так, подожди, хоп, убрал. Все, отлично. Так, теперь, а чего, я нанял кого или чего там? Работник. Начать разговор. Список задач. Прибирать. Начать разговор, список задач.
Ремонт автомобиля. О, я могу им раздавать задачи. Это вручную. Я думал, они будут все делать подряд. Что какое задание есть, они то и будут. Но нет, это они. Ладно, плевать. Хотя бы так. Так, еда. Твою мать. Я случайно нажал там. Заставь это все этими фисташечками или что это там. Ага, вижу. Там есть на кассе, есть этот. Давай, закидывай. А где этот работник? Он вообще идет или чего? Давай, давай. Надо его поставить на все время за кассу. Так, давай, 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 давай. Я бегу, бегу. Подожди. Да не сигналь. Давай, 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 закинь. Топливо надо, бензина заказать. Подожди, подожди, подожди. Бегу. Уже определился, сколько тебе бензина надо. Отлично. Давай, хова. А где этот работник, собственно? Так, бензина, бензин, работает. Доставка топлива. Давай на соточку. Мне достаточно день. В смысле, у меня 105. Так, это чего? Автозапчасти. Значит, так, хорошо, это я заказывал, что зеркала. Они шумиты. Зеркало. Так, ладно. Плевать, я потом увижу, что я собрал. Так, давай это закидывать. Да. И доску сразу тоже закину. Все, по два мусора я успеваю убирать, пока он заезжает. В принципе, это не так много, но у меня, в принципе, и не так много мусора осталось. Ага. Давай. А нет, два мусора, когда он заезжает, и два мусора, когда выезжает. То есть всего четыре. Это довольно-таки много. Так, надо еще заказать сейчас мусор, уборку. Так, давай, давай. Так, чего там еще? Где он вообще? Он идет? Нет? Где? Куда я вообще трейлер поставил? Почему так далеко? А, я теперь зато хотя бы знаю, почему такая огромная территория у меня. Так, алкоголя надо заказать. 105, подожди. Доставка, я же сказал, топливо заказать. У меня что-то там вылетела игра, не знаю. Так, а чего, я заказал в итоге? Нет. Доставка топлива на соточку. Недостаточно денег. Да почему недостаточно? Подожди, а почему оно воняет у меня, когда я только что мусора вообще так мало? Тю. Почему у меня не хватает? У меня сотка долларов, у меня не хватает заказать на 100 долларов. Как? У меня 105 долларов, у меня бензина не хватает заказать на 100. О, у меня уже их 400. А почему? А как это? Подожди. А, он там чинит, он же работник у меня есть, точно. Что, удобно. А ну, работник. Чуть разговор, список задач. Ремонт автомобилей, все. А где посмотреть? Общее время, зарплата в час. Нифига себе, растет, скажи. Ого. Не по дням, а по часам растет. Ладно, плевать. Он работает там хорошо. Так, надо вообще посмотреть, что он там работает. Как он вообще выглядит, что он там делает. Хорошо, пожалуйста, иди. Но, наверное, рано я поставил работника сюда. Надо было его ставить за... Че? У меня бензин кончился, ёпта. Так, ты вообще там работаешь, нет? Тю, там нет, нет, уходи оттуда, все, нет. Иди за кассу, тут намного чаще люди бывают. Работник, где тут работник? Нет, давай иди. Нет, начать оплата. Давай-ка заплатить, оплатить всю его работу. Все отлично, а теперь начать разговор. Нет, давай-ка, где работник? Начать разговор, список задач, иди, торговля на кассе делай. Все. Потому что торговля на кассе мне надо, потому что тут людей очень много бывает. А на... Да ёб твою мать, опять, а? Надо очень делать на кассе постоянно стоять. Видишь, они приходят постоянно. Да, давай-ка. Почему я не могу нажать? А, потому что работник, отлично, давай, иди. А я пока сделаю чего? Доставка топлива. Мне это теперь да должно хватить, отлично. Так. Поставил, все, я поставил. Отлично, теперь смотри, как... А, ты не можешь посмотреть, 231 доллар у меня сейчас есть. Сейчас он будет их оплачивать, обслуживать, точнее, и все. Так, сколько песка тут? Давай почистить, почистить. Так, мусор, 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 мусор. А, вот. А, тут еще один контейнер появился. Кстати, у меня, походу, больше контейнеров стало. Подожди, или нет? А, нет, это просто туалет рядом. Так, что бы мне еще сделать? Да, отлично, он работает. Время идет, деньги оплачиваются. Тут что-то есть? Никого пока не приехал. Так, я тогда мусор выкину. Ага, вот заехал, отлично. Во, отлично. Он работает, денежки капают. Там людей все равно очень много.
Бывает, а то на автомобильном тут редко бывает, оплата у него почасовая. Это так-то многовато выходит у него. Так, чего тут у него? Надо колеса поменять. Давай-ка поменяю, чувак, по-быстрому. Так, жик-жик-жик-жик. Все, заменил колесо одно. Сейчас. Так, пусть ваш сотрудник работает в течение 8 часов. Да вообще без проблем, пусть работает. Все, он пускай даже все время работает. Мне даже так лучше будет. Давай, 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 откручивай переднее колесо. Так, вон доставка ездит. Так, это доставка бензина. Сейчас надо по-быстрому туда забежать, потому что этот дятел не сможет вентиль покрутить. Так, все, давай. Отлично, удачи тебе всего. Плюс 9 до... Что? А, я не все сделал, все-таки надо еще покрасить этот дверцу. Так, давай, давай, давай. Давай, 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 затирай. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть с этой стороны. Немного помазать здесь. Так, и вот так. Все, давай. Едь. Тебе бы, в принципе, машину покрасить. Это она стрёмно выглядит. Так, давай, давай, пока никто не приехал и не начал сигналить. Так, ты там работаешь? Работай, молодец. Так, а я пока поставлю газировочки красные, потом еды поставлю. Так, отлично. А давай-ка я тебе еще закажу алкоголь. Так, доставка товары. Нет, алкоголь. У меня как раз очень много. Давай, давай, давай. Вот это и вот это. Все, у меня, по идее, должно хватить. Да, хватило. У меня и склад теперь большой, и... Да не сигналь. Так, теперь мусор надо повыкидывать. Так, подожди. Давай. Да, у меня ощущение, что у меня кто-то специально сюда мусор приносит, потому что вроде бы его здесь не было столько, в таком количестве. Или мне просто раньше нельзя было его брать. Я уже не помню, надо вспоминать. Хотя я уже не вспомню, честно говоря. Так, давай, вот это переброшь. Так, надо сразу посмотреть. Кстати, у меня теперь появилось очень много времени, чтобы покрасить это теперь все. Валик, цвет бежевый. И теперь докрасить остаток этого дома. Потом надо покрасить угол и остальные части стен. Ты, кстати, в принципе, видишь, да, зеленый появляется доллар. Это зарплата. Фу, это деньги, которые он зарабатывает там. О, точно, у меня же заправка еще есть. Нет, убери. Это вот так. Быстрее, 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 быстрее. Насквозь. Вижу, 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 вижу. Давай-ка, заправляй. Надо нанять еще второго работника, который бы еще что-нибудь делал. Хотя, да, и второго на автомастерскую. Да, было бы вообще отлично. Так, подождите, подождите, там кто-то приехал? Нет, не приехал. Тогда я пока выкину колесо в мусор. Хоть бы раз попало. Да едь давай. Фух, короче, плевать, сейчас надо быстренько ему задел. Кстати, внутри я же тоже тут могу покрасить. Да, надо надеть второго работника, который бы... Нету больше. А зеркала... Во, зеркала я могу поставить. Зеркала у меня еще есть. Но у меня их очень мало. Походу, то в натуре... Походу, у меня в натуре там поштучно идут. Они при покупке, при заказе. В смысле? Ты что, издеваешь? Ну, иди нафиг вообще. У меня опять, оказывается, фигня вот эта вот. Случайно 2 раза нажал. Я... Оно сразу вставилось и уехал. Потерял деньги. Плохо. Так, подожди. Да давай. Так, вот этот вот, почему нельзя убрать песок? Они тут ходят, топчутся, и потом это все заносит сюда. Я сомневаюсь, что это эскалатором надо прямо около комнаты забирать. Кстати, где там доставка алкоголя? А, приехала, все, вижу. Так, давай-ка это я закину сюда. И теперь сразу мусор. Давай, давай, мусорка, открывайся. Так, все, рука поставила. Так, теперь надо быстренько сбегать. Ай, не сигналь. Вот бесят, когда вот так стоят, сигналят. Тут что ты сигналишь? Я же знаю, что ты приехал. Так, а давай-ка я сразу вот так все покидаю, чтобы мне потом ближе было выносить. Да, вот так я, наверное, буду делать. Так мне намного ближе будет выносить. Так, давай-ка открыть сразу. О, у меня даже несколько коробок алкоголя получится занести. Мне хотя мне очень даже нравится, что когда мне надо расставлять на полке, оно со склада автоматически убирается. И мне не надо сначала бежать на склад, потом в магазин заносить, ставить. Вот так хорошо, все быстренько и удобненько. Давай-ка повыкидываем весь мусор. Все, давай. Сейчас потом, чуть позже, уже поубираю конкретней.
Так, потом вот здесь, мне интересно, вот здесь под навесом, что еще можно будет сделать? Как много срачу, вы чего? Так, надо не забывать на ту табличку слева, которая за мной, смотреть, чтобы содержать все в чистоте. Так, собрал, собрал. Все отлично. А здесь алкоголя сразу понаставить. Давай. Ого. Так, теперь вообще отлично. Теперь вообще много получится. Кстати, не забывать работнику платить зарплату. Так, как тебе вообще? Список задач, оплата. Заплатить все. Все отлично. Теперь я ему ничего не должен. Сотрудник пожарной охраны, это что? В натуре Илон Маск, видишь? Подтвердить. А что подтвердить? Подожди, не надо мне ничего там подтвердить, да. Ой, это зависло, видимо. Значит, разговор, сотрудник пожар. Отмена. Ой-ё, понятно, это сейчас затянется надолго. Тогда давай все, на этом прощаться. Я запись сохраню. Все, подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь лайк и.